Всем здорово, пацаны! Итак, играем с Бессокером. Это 1/8. Ой, 1/4 нашего Soccer Spring Cup. Блин, Бест, у меня нету. Видишь, у меня 25 тысяч. Мне не хватит с тобой на 4 игры играть в Англии. Я бомж. Я вчера там на 500 тысяч катал и проиграл. Так что, Бест, я бомж. Я просто бомжа. Давай посмотрим, как ты сейчас будешь лупить. Best Сокеридзе. Ту-ту. Ну что, ребят, такой? Как такой забить-то? Я такой не забью, хотя он 100%. Просто не забью. Забил, смотрите, ребят, 1-0. Это первая игра из 4, ребят. Пока что 1-0. Разобьем его ворота. Угу. Хотел разбить, получилось закрыть. Это было опасно. Сейчас мы попробуем трюковой удар. Ну, не получается. Сегодня уже состоялась, ребят, одна игра. Вадим вылетает с турнира. Он проиграл Данилу 3-2 по партии. Ну, 3-2 он проиграл по партиям. Это жестко. Не по партиям, а вообще в общий счет. Это просто жесть. Так что у нас есть первый полуфиналист нашего турнира, ребят. Ого, нихуя себе, это как так-то, блядь, он вкатил. Это просто жесть. Просто, я в шоке. Ну ладно, играем дальше. Ну чё, ребят, такой попробуем забить. Блядь, даже мяча не тронул, блядь, жестко. Пиздец, блядь, сейчас будет поджимать. Тут мне ничего не остается, ребят, как в угол дрочить его. Разобьем, конечно, ворота, потому что они очень жестко закрыты у него. Хоть записывай, а то опять сейчас не будет забить. Да, идет. Пум-пум-пум. Опять в уголок. И разобьем еще ворота. Бля, смотрите, научился он так неплохо играть-то. Пизда, нахуй. Подстава. Да. Да. Как ни крутись, а без подстав не обойтись, бля. Блядь. Да хуй, когда влетит, бля, я же говорю. Только с другими игроками такой может влететь, но не у меня в турнире. Все, походу, 3-1 я проигрываю первую игру. Да? Да. Так, пацаны, первую игру я слил. Едем дальше. Не знаю, в чем сила Бессокера, блять, я не знаю. То ли он читы, блядь, скачал и играет с автонаведением. Я хер его знает, пацаны. Не знаю. Ну что, будешь реванш, нет? Играть. Ну, научился Бест играть. Если он сейчас играет, ну, реально, то... Научился он с тех времен играть, конечно, шикарно. Просто шикарно. Молодец. Ладно, пока что 1-0 я проигрываю. 3-1. Ну что, ребят, тут если я не забью, то он уже будет в пустые забивать. Да, не забил я. Я рискую, ребят. Ну, это гол.
Нет. Давайте сделаем дубль 2. И подставочка, ребят, опять. Опять подставку я сделал. Да, 1-0 опять проигрываю. Ну да, я походу 4-0 проиграю. Ни разу его не обыграю. Это сила бессокера. Это сила. Сейчас я охерею, если он еще от угла... А, не, разбивать собрался. Или закрывать свои. Я такой не забью, пацаны. Сейчас в его фишку прям попаду. Смотрите. Тык. А он теперь может забить. Прикиньте. Просто, пацаны, просто прикиньте такое. Это просто... Он меня просто громит. Просто громит. Как просто, как кусок дерьма. Я просто играть вообще не умею. Просто не умею. Давайте отверху попробуем как тут еще забить. Ну, хоть один гол, блядь, отквитал. Ну, я, короче, проиграю 4 партии по 3-1. Бля, чуть-чуть. Такой не забить. Такой не забить. Ну что, двойное проникновение попробуем. Нет, проиграл опять. Просто все на пустые ворота у него. Просто все на пустые ворота выходит. Ну бей, ёпт. Бей, бей. Чё ты не бьёшь-то? Зачем? Ты в пустые не забил, я не буду забивать в пустые. Ну и чё? Едем, едем дальше, best. Играй нормально. Сейчас бы, если бы мой удар был, попробовал бы забить. А так? А так, вот так только можно, пацаны, попробовать. А, 2-2. Я не знаю, почему он мне пустыни забил, но я, пацаны, тоже видели, ударил, чтобы не забить. Что-то у него с связью херота. Может, у него и нет вылетел, и он не ударил. Пока что 2-2. Сейчас, походу, вылет. А, нет. Ну что, попробуем, ребят, такой забить. Не, не получается опять. Сколько уже раз, сколько моментов у меня было, я вообще не могу. 3-2, но я думаю, что эту партию он поддался. 1-1 у нас счет становится, ребят. Эту партию он подался, или что-то у него лагалось на этом, я не знаю. Ну ладно. Смотри сам. Сейчас играть не могу. Да ладно. Почему? Итак, пацаны, пока что у нас 1-1. А, все, все, зашло. Итак, ребят, третий наш матч. Третий матч полуфинала. Разобьем этот коридор. Пока что счет 1-1 в серии. Да, походу у него что-то с инетом лагает. Что-то с инетом у него. Ну ладно, что-то я разобью ворота. Больше делать нечего.
Бест. Бей, 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 бей. Хотел красиво забить. Но не получилось. А вот красота. Да, он поддается, походу. Ну ладно. Я и с поддавками выиграю. Так, в тот раз я такой не попал. В этот раз я такой попаду. 1-1, ребят, становится счет. 1-1 в этой игре и 1-1 у нас по партиям. Так, давайте вот так вот сделаем. Сука, не попал в уголок. Тунь-тунь. Сука, у меня все ворота закрыты. Просто все ворота. Тут ему не очень удобно будет бить. Но забить можно. Ну что, ребят, по краю. Красота! 2-1 становится счет, ребят. Ну и ударчиком Азизбека мы попробуем завершить эту катку. Нет. Слишком низко взял. Да что такое, пацаны, не пишите, пожалуйста. Звук не отрубил. Звук нахер. Блядь, прижал меня в уголке. Когда он прижимает, он постоянно забивает. Пошел нахер. Пу-пу. Давай, докажи, что ты мегамастер, и от моей фишки забей. Давай. Угу, почти. Ну, вкатись. Пиздец, блядь, даже здесь не повезло. Просто жесть. Ну, такой хоть повезет, нет? Да, 2-1, ребят, в серии. Сейчас он будет жестить. Сейчас он приложит все усилия. Это он мне так, походу, форку дал, чтобы я вел. Сейчас посмотрим уже его истинное. Ну, опять что-то играть не можешь. Пока что 2-1, ребят, в серии. Ждем, ждем Беста. Не, Серег, пока не могу играть. У меня с Бестом полуфинал. Ну, давай, Бессокер, последнюю катку. Закатаем. Давай в Англии, хрен с тобой. Так, пацаны, это наш. Хоть я сейчас и проиграю два матча. Денег у меня хватит. Сука, почему у меня такие не получается забивать, когда не на фол игра идет? Вот сейчас бы так получилось, а хер же получится, да? Я же сказал. Жесть. Давай, давай. Блядь, что тут делать мне? Бля, сейчас будет пробивать. Я так и знал. Я так и знал. Ну что, покатаем немножко, пацаны. Тун-тун. Пожалуйста, получись в верхний угол. Или в нижний. Блядь, сука! Ну что, ребят, опять моя фишка сейчас помешает. Нет, 1-0, ребят, становится счет. Фу. Пока что нет. Блять, 1-1, ребят. Сука.
Я говорю, это еще изи катка была. Сейчас он, блядь, все силы приложит, чтобы выиграть 3-2. Проигрывая, выиграть, короче, 3-2, поняли? Ну, давай. Что сейчас будешь делать? Пиздец. Это, блядь, это просто, это такой читарез, бля, best, best. У тебя реально, что ли, автонаведение? Вот сейчас от угла себе забьешь, что реально читы, тебе отвечаю. Че, не смог, да? Ну давай, такой забьешь, я буду вообще в шоке. Ну? Не, не смог, да? Ой, давайте от уголка попробуем. Хоть раз же должно получиться, блядь. Не, не получается. Чуть-чуть там не докрутил. Гол. Почти. Хоть не подставу сделал, блин. Ну, повези хоть какой-нибудь рикошет, хоть раз. Хоть какой-нибудь рикошетик, хоть раз, блин. Нет, нет, нет. Давайте вот так попробуем. Потому что опасно было так бить. По прямой. Блядь. 2-2, ребят. Меня отделяет от выхода в полуфинал один гол. Просто один гол. Он сейчас опять что ли в эту дыру будет бить? Пожалуйста, нет. Отлично. Ну, пожалуйста. Блять, слабо. Бля, бля, как все тут опасно. Как все опасно. Боится, боится он проиграть. Подставу сделал, блин, да ладно. Вот сука! Пацаны, 2-2. Решающий сейчас будет поединок. На 10 тысяч, нах. Бля, тут все уже. Я же говорил, пацаны, что это были только цветочки. Сейчас будет жестко. Просто последний матч, ребят. Или я вылетаю, или дальше. Просто последняя игра. Ну, это подстава. 1-0, понятно. Такое не промажет. Да ладно. Как так-то, бля? Как так-то ты не забил такой? Угу, тоже хотел от уголка. Давайте так попробуем. Офигеть, такими ударами только Вадимыч владеет. Откуда ты такие удары там выучил? Бест, блин, капец. Нахуй. Нахуй. Да, пацаны, напряжение, конечно, такое жесткое. Нахуй. Изи катка. Блин, если такой забьет, это будет, конечно, просто жесть. Блять, так и думал. Так и думал, блять.
Такой бред, пацаны, просто бред. Ну, бэс, блядь. Да, у меня никогда не получится забить какой-нибудь красивый гол. И нахер выбьем ворота. Мои разбивает. Давай так. Давайте вот так рискнем, пацаны. Говорю, даже видите, здесь даже не везет. Ну, рикошетом отлети в его ворота. Просто отлети. Хер же отлетит, когда. Блять, да такой не забить, это просто пиздец. Это просто жесть, ребят. Такие я забивал 100 из 100. А с ним не забил. Это капец. Это просто. Ну это он уже все играется, понятно. Ну играйся, играйся, бест. Бля, ребята, такой не забить гол. Это просто жуть. Это просто жуть. Пустые ворота были. Просто попади и все. Просто попади. А вот это жесть. Вот это просто жесть. Да тут любым забивай. Хоть этим, хоть верхним. Любым. Ну, это он поддается уже, пока счет 2-2 не будет, а потом он закатит со всей своей силы. Да я все уже, я понял твою технику. Да, походу, Бессокер сильнее меня играет. Не знаю, как он так научился, но играет он сильнее. Если бы забил, я бы сейчас вообще охерел бы. Просто такие он удары, смотрите, лупит. Нереальные просто. Я даже таких ударов не могу себе позволить. А он, видите, играется со мной. Бля, это он может... Угу, да. Пиздец. Да это что-то вообще невообразимое, ребят. Это просто жесть. Сейчас он 2-2 сделает 100%, и потом 3-2. Ну, я так и знал. Не могу, ребята, против него играть. Просто не могу, не знаю, не получается. Просто не получается у меня против него играть. Просто он какой-то топовский. Я не знаю, как его, кто его обыгрывал. Там 4-0. Это просто нереально что-то. Он играет как хочет. То бишь, он хочет расслабиться, он расслабляется. Он хочет, блядь, забить, он забивает. Понимаете? И никто ему, ну, как бы... Короче, вы поняли, что я сказал. Ну, я же сказал, что он сделает, чтобы я забил, и потом забьет мне третий гол. И я не смогу забить... я не смогу забить этот гол. Да ладно, ты что делаешь? Ты что сделал, Бест? Пацаны, он просто слил мне этот полуфинал. Просто слил. Не знаю зачем, пацаны, но... Бля, Бест, ты проиграл. Ты проиграл 3-2. Зачем ты слил игру? Ты же мог выиграть. Офигеть. Ребят, короче, вот таким образом я прохожу... полуфинал. Бест, не знаю, почему не стал меня обыграть, он мог. Но он, не знаю, что такое с ним сделал. Ну, вы видели все сами, пацаны.
По итогам я в итоге прохожу, прокарабкиваюсь в полуфинал. Всем пока. Бест, не знаю, зачем так сделал. Всем удачи, пацаны. Бест, спасибо за игру. Удары ты наносишь жесткие, играешь ты жестко, ты можешь и манипулировать людьми. Ты можешь, блядь, забивать жесткие голы и давать, чтобы тебя забивали, а потом, блядь, я не знаю, зачем ты проиграл. Всем удачи, всем пока, это загадка. Я в полуфинале, пацаны, всем пока. Ждем, пока сыграет. Пацаны, если завтра Дарио не объявится, то разные, ты, если этот видос будешь смотреть, завтра тогда играйте с Мавсаром, с чеченцем играйте игру. Всем пока, ребят, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рома Н. Ждем полуфинальные пары. Пока.